Всем привет! У нас вечер, 8 часов. Сегодня был ударный день. Я нашла замечательных ребят, которые за один день втроем покосили и убрали всю траву. Ой, яблоки прям наливаются. Красота. Поэтому у нас прям теперь красота. Гортензия моя в этом году вообще прекрасная. По-моему, это называется сорт пломбир, если кому интересно. Вот именно вот этот сорт. Это другой сорт. Но тоже прекрасная. В этом году вообще красота необыкновенная. А это тоже, это уже другой сорт. Абсолютно. Ой. У нас прям теперь хорошо все покушено. Теперь можно вообще ходить и по траве. Прям прекрасно. Все везде чистенько. За грядками все покосили. Прям красота. Я сегодня немножко здесь тоже порядок навела. Конечно, не идеально, но нет предела совершенства, поэтому не все сразу. Кузь молодец, весь день сегодня сидел. Вот только вышел. Кушает, ужинает. Ты моя зоечка. Да, кушай, кушай. Приятного аппетита, Кусь. Ой, сегодня прям очень хорошо все. День прям прекрасный. Флоксы здесь получилось 4 цвета мы посадили, да, разных. По-моему, тоже хорошо все прижилось. Вот это я не знаю, что за растение, но оно прям такое симпатичное. Необычная, симпатичная и высокая очень. Вот тоже какое, прям ромашки, только ромашки желтенькие. Красота, высокие. Да, здесь тоже гортензия, тоже очень красивая. Ну, в общем, порядок на участке наведен. Боже мой, елка какая красивая стала. А сажали мы 30 сантиметров, наверное. Такой был маленький отросточек. Пушистая какая красивая. Ой, прям новогодняя. Ну вот так вот. Вот я вам доложила, с чем мы сегодня развлекались. Они прям с 11 утра и весь день. И 8 часов. Без чего-то 8 уехали. Я довольна. Сказала, что буду обязательно их вызывать. Они мне еще обещали приехать немножечко почистить сад. Но это будет, наверное, через месяц. Ну все, дорогие мои, рассказала я вам все, да, всем хорошего настроения, всем мира, добра, любви, много-много позитива, и чтоб все, у всех мечты сбывались. Зайчик еще не доел, ну кашу какая вкусная, да, весь день спал. Вот ты моя зяечка, молодец. Думаю, ой, как вкусно. Ну все, а пока. Пока.